что с собой обратно волочь? Такие крепкие-крепкие сигареты без фильтра. С французскими буквами какими-то. Да. Ну вот я и пошел как-то курить однажды красиво, на звезды смотреть. Все мне говорили, прикрывай огонек рукой. Ну, я всегда их прикрывал. А вот в этот раз задумался и не прикрыл. А война у тебя с кем была? А, не знаю. Нам сказать забыли, а мы спрашивать не стали.